Ты этим наждаком будешь еще? Вон. Нет, не надо. А вон можно наждаком. Нет, не надо. Ну, пойдем. Вот сюда вот маленько помашешь. Я посмотрю, еще у тебя получится. Все у меня получится. Вот под окном у нас подпили. Это твой велик тут стоит. Ну-ка вот эту вот крапиву. Вот, смотри. А ну-ка вот эту попробуй под окном. Давай. Она, видишь, она... Надо ее, она, чтобы она была сюда немножко. О. Но она никак. Вот вот. Ну как, надо затягивать здесь сильнее. Надо плоскозубцы или что-то затянуть здесь. Попробовать затянуть сильнее. Ну я сейчас дам. Давай. Плоскогубцы и это, отвертку. Ну отвертка здесь уже разработана, не возьмет. Давай плоскогубцы. Ну вот так. Это вот видите как. В деревне. Что значит деревня? Это значит работа. Плоскогубцы. Ну пожалуйста, плоскогубцы. Мало того одни. Да двойные возьму, да еще и отвертку возьму. Вот. Вот посмотри как. Есть что покосить. А ну-ка на. Затяни. Плоскогубцы какие. Вот вторые, хорошие. Не порви, только смотри. А то не рассчитаешься. А там же под отвертку сделано. Да она уже разработана, она, отвертка не будет. Ох, она заржавела, не крутится. А? Да заржавела, уже не крутится. Ну, я не знаю. Как-то надо делать. Чтобы не порвала только. Ну, а что сделать? Порвет, порвет, значит. Вот видите, как вот. Батюшка при деле. Угу. Другую отвертку нужно. Нет, не надо, все. На, вот сюда вот это, у тебя гвоздь на 150, если найди, вот сюда вот его так вот забей, чтобы она тогда будет держать, сюда не будет эту, вот в это место вот так вот. В это место, да? Вот сюда вот, чтобы через обои кольца прошло. А, вон что. Гвоздь, ладно. Вот сюда вот. Ну ты не сказал, я его принес. Ладно, сейчас сделаю. На, все. А ну-ка попробуй, пахни сейчас, лучше, нет? Вот эту крапиву под окном, выкоси крапиву. А то, видишь как, американцы приедут, скажут, что такое. Ну что, палки здесь? Убери пата, репей. Репей, ничего себе, репей. Да. Это конопля, конопля была такая. Батюшка, косарище тот. О, как лес, крапива, она фотогеничная такая. Как растет что-то такое экзотическое. Ну. Главное крапиву прокосила здесь только и все тут немножко. А потом можешь забрать ее овечкам. Да. Ну свиньи ее едят.
и не едят. Мы у Андрея были, у него там новый загон для свиней. И вот они там роют. И столько железа, острого, стекла он руками подбирает. И ни один нос не порежет. Вот удивительное дело. А нос-то у него не железный же. Что-то мало захватил-то. Вот она больше не берет, да? Хватит. Ну вон то вот захватил вот эту крапиву, вот. А то во-во-во. Батюшка пришел показать, а я скорее успеваю свое. У меня своя задача. Я не могу махать, у меня сердце больно. Рука не движется. Вчера едва разделся, вечером подумал, что помираю. Обычно я крючки все сниму, думаю, чтобы утром меня, ну, дверь не ломали, зашли. Ну, ночью полегшало маленько вроде бы. О! Вот, смотри, какая. Все-таки какая. Больше метра крапива. Ну, кого тут? Полтора, наверное. И вот интересно, лопух срежешь, он следует, быстро растет. Корой уже не такой высокий. Тот был 2 метра с половиной, кажется, вырос. Теперь меньше. Еще его скосишь. Он совсем махонький, но все равно свои детишки у него есть. Репейщики, которые цепляются. Вот этот Андрей, который не этого Степана-то учит не обзываться-то. Бросил сегодня поленье растаскивать, небольшое полено-то, и не глядит куда. Его маленькая сестренка, 5-летняя, идет прям ей в голову. А пройти надо было 2 метра всего. Из одной семьи. На днях они так подрались. Вот этот малый пошел, а большой его там в туалете закрывает. Что-то там за ним побежал, да железо в руки взял. Вообще. Да я нет, да вроде первый раз, я говорю, как первый раз, когда мать жаловалась на тебя. Вот тебе наказание, лопата, в туалет не ходя, только туда, за сарае. Слышали, в Карелии, это там, в детском лагере, погибло 14 детей. А как погибли-то, почему? Поехали на лодках кататься. Поднялся ветер, перевернулись. Сейчас идут проверки, президент дал, чтобы проверить все лагеря. Каждый год все лагеря. Тогда 6 утонуло с воспитателем на Азовском море. А это 14 детей погибло. 14. А тогда, когда проверять начали, проверка и тут прокуратура края на нас. Доехали до сельсовета, а в сельсовете сказали в Корчинском, не надо ехать, у них, говорит, все в порядке. Они, говорит, объедками не кормят. То есть верующие. Спаси Христос, батюшка. Вот. Вот когда священники помогают людям вот так, то можно с ними мирно жить. А то воюют со священниками. Наоборот, надо, чтобы они помогали, приглашать к себе. Ты почаще заезжай, батюшка. Рады будем. Вы не забывайте нас. Ну ладно. Спасибо, Господи. У нас батюшка мировой. Он как князь. У нас в лагере надо осветить лагерь, забыли сказать. Каждый год освещает. Вот посмотри, как нынче. 21 июня. Как Господь все делает. Батюшка у нас добрый, все говорят. Он раньше конь был, а сейчас мотоцикл. Ну, не мотоцикл, а какая-то там драндулетина такая. Сядет и объезжает, все проверит. Как это у меня кошечка тут на дровах караулит, на досках мышек. Котик нынче погибал совсем, приехал. Я его специально молока ему и лекарства достал, там обрызгивать. Все, сегодня уже мокрый, приходит с охоты. Совсем было списанный, уже никакой, своробатый. Ничего подобного. Так и батюшки бывают. Совсем вроде, вот он пришел, котик. Видишь, какой он. Ну что, а, дохленький ты мой, выздоровел. Но, да любит он как. Пойду в баню, он залезет под полок.
под полок залезет и сидит там, пока я моюсь. Вот эта мать зашла, а он ее сын. Совсем дохлый был, нога у него не двигалась. Волоком была. Где-то дрался или непонятно, что с ним было. Я приехал, он едва-едва выполз. Ну, давай молоком отпаивать. И вот, пожалуйста, тогда Шарику ногу откусили, переломана была. Так я ему скафандр сделал, чтобы он и не трогал ногу. Вот заложили в лангетки, и все, выздоровел Шарик. Так и со священниками можно работать. А то псы, бредящие лежа, не могущие лаять. Дух Святой проявляется как раз в живости. Жизнь дарует. Вот, ой, ой. А вот не лечили бы, его не было. И ей некого ласкать было. Да целуются буквально. Главное, мать рыжая, а отец был белый. И вот от матери унаследовали ушки и хвостик коричневый. Ее рыжую привез, она мигом куда-то смылась и приходит раз в неделю, пузатая уже. Ее специально в такой коробке, ну, которой кошек переносят, и свозили ее к этому, к жениху. Она хороших принесет, пушистые-пушистые. Вот они как. Вот людям надо так, чтобы любили друг друга, заботились о больных. Она-то не понимает, что он выздоровел. Вот так, во славу Божию.